Друзья, приветствую! Меня зовут Дмитрий Козин, и я велокурьер. Вот мой байк, вот моя каска, вот мой рюкзак. Это является подтверждением того, что... Опа! Я сегодня на улицах Санкт-Петербурга. Он же Расшлинград. Дети, заткните смух. Это страшно. Но да, здесь происходит различные странные, непонятные вещи. В том числе и такие, как доставка товаров по снежку. По легкому питерскому ноябрьскому снежку. Еще не зима, но уже завалило. Так что иногда бывает трудно проехать. Но мы справляемся. Мы, велокурьеры, найдем себе дорогу. Мы знаем все тайные тропки и как проехать. Вот в этот момент как раз и проверяются те люди, которые готовы или наоборот не готовы. Морально и физически, духовно, творчески и еще как-нибудь. В общем, техника у меня на ходу. Работает пока одна скорость, третья. Надеюсь, что в ближайшее время это все поменяется. Так как у меня есть запасной велосипед, есть и веломастер, есть и спецодежда, есть и навык, и подготовка, и сноровка, и друзья, которые помогут, и товарищи, которые меня похейтят, меня покритикуют. Все это найдется в избытке у такого человека, как велокурьер. А если он еще и активный, то получит сполна и добра, и всего остального. И много добра. Короче, в эти дни хочется сказать, что я счастлив, я рад, что выбрал эту профессию, нисколько в ней не разочаровался, а только наоборот, еще больше укрепился, что это мое. Она и прибыльная, и интересная, и развивающая, и физически, и не дает мне ни стареть ни душой, ни телом. Так что, друзья, всем больших, удачных, хороших, жирных доставок, спокойного попутного ветра в спину, чтоб снежок равнялся в высоте ваших протекторам, чтобы дорога была приятная, комфортная. А если будут трудности, ну что ж, мы и к этому готовы. Поехали, друзья! Работаем!